Тогда вот включаю запись. Ну что, тогда мы с вами начинаем. Вот, еще раз вам добрый вечер. У нас очередная встреча с вами по средам. Вот, и сегодняшняя встреча очередная. Меня зовут Олег Тарасов. Вот, я сегодня опять-таки окуну вас в море событий предстоящих, новостных. Вот, и, в общем-то, поделюсь своим мнением и выслушаю ваше мнение. Вот. Ну что, сегодняшняя встреча, как говорится, тоже у нас, как вот Алексей написал, больше подходит для новостных событий, потому что в прошлый раз мы с вами послушали, в общем-то, традиционный вебинар. Вот. Спасибо Алексею. Вот. Ну, я так понимаю, что у нас, как всегда, есть люди, которые уже очень много в свое время внесли, да, если есть новички, пожалуйста, напишите, что вы есть, если нет, мы тогда будем двигаться дальше, вот, в нашем режиме. Ну что, вот эта фотография с камнем немножко меня сбила все-таки, да, в общем-то, несмотря на то, что на фоне с Анатолием Эдуардовичем тоже этот камень есть, но, в общем-то, действительно, мы его сдвигаем, но всякий раз мне хочется, чтобы он уже, скажем так, стал легким и в общем-то, полетел. Ну, скорее всего, что он такой, знаете, будет основой всего происходящего, поэтому мы его сдвигаем, вот, и рано или поздно, в общем-то, действительно установим там, где он нужно, вот. Но, опять-таки, говорю, двигая такой сложный проект, вот, убеждаешься, что трудности бывают везде, но то, что этот проект замечательный, в общем-то, сил только прибавляется. Так что движемся дальше. Ну что, традиционный слайд, который я всегда ставлю, это философия SkyWay. Я, в общем-то, практически уже выучил наизусть. Вот. И для тех, кто, возможно, подзабыл эту философию, либо хочет ее вспомнить, опять-таки, да, вот, либо не знал, я говорю так, что философия SkyWay звучит так: транспорт должен быть решением проблем, а не их источником. И система SkyWay переносит грузопассажирские потоки в отдельное пространство на второй уровень, который, как вы понимаете, на данный момент практически не используется. У нас есть самолеты, вот, да, у нас есть подземное метро, и у нас есть очень много наземного транспорта, который, в общем-то, уже создал кучу проблем, и проблемы эти необходимо решать. Поэтому новостей на сегодня будет много, и, в общем-то, действительно, за эти две недели, что прошли, казалось бы, уже, ну, все уже понятно, все есть, опять-таки, но чем ближе презентация вот SkyWay на Expo 2020 в Дубае, тем больше событий происходит в самой компании UST, вот, Unity String Technologies, поэтому мы с вами познакомимся. И сейчас приготовьте, потому что я тут думал хронологию, как ставить, в общем-то, но не удержался, и поэтому давайте выразим бурные аплодисменты, потому что технология транспортной структуры USKY сертифицирована. Давайте тут аплодисменты вот так вот сделаем, да. Поставьте мне плюсики, вот, то, что вы рады, потому что, да, ура, действительно, Лена, вот, потому что это действительно очень грандиозное событие. Вы сейчас, я вам, да, спасибо за ваши плюсики, спасибо за ваши эмоции, вот. И вот эта вот фотография, несмотря на то, что Анатолий Эдуардович окружает серьезные лица, и, в общем-то, да, наверное, солнце там, знаете, это вот тоже этот был. Но вот этот вот, эта фотография, действительно, вот этот взмах руками с сертификатом, наверное, это отражает вот эти вот все эмоции. Поэтому что такое, я вам сейчас расскажу, что же это такое. Сертификат соответствует в поддержку безопасности инновационных решений для транспортной структуры USKY, которая включает в себя путевую конструкцию, то есть транспортная эстакада, предварительно напряженная струнно-рельсовая. Второе. U-POD, ну, то есть электромобиль с остальным колесом или колесами, да, с автоматизированной системой управления. Второе. Третье. Анкерные опоры, то есть совмещенные со станциями. Вы знаете, у нас есть анкерные опоры, это как
вокзалы, вот эти станции, это основные опоры, которые держат вот эти вот натяжную струну. Промежуточные опоры. Пассажирский вокзал и СТО, включая диспетчерскую и мастерскую. То есть все, что вот этот комплекс всех строений, все, что есть, путевая структура, электромобиль на стальных колесах, анкерные опоры, промежуточные, вокзал и СТО, все сертифицировано. Еще раз ваши аплодисменты в моем лице. Замечательно. Значит, далее я расскажу. Значит, стратегическая цель. Юскай Транспорт в Арабских Эмиратах – это обеспечение максимальной безопасности при перевозке пассажиров и грузов при выполнении будущих транспортных и логистических задач по всему миру. Понимаете, да? То есть то, что мы сделали в Арабских Эмиратах, это вот этот сертификат позволяет двигаться без вопросов по всему миру. Далее. Значит, вот так он выглядит. Значит, и теперь такой TÜV, да, что такое TÜV, вот этот вот certification, это ведущий мировой поставщик решений в области качества, безопасности и устойчивого развития с офисами в 14 странах, которые специализируются на тестировании, инспектировании, аудите, сертификации и обучении. TÜV оценивается и аккредитовано, там, включая там ISO там 17020, ISO 17021, различными национальными и международными органами по аккредитации за свой профессионализм, этичность, надежность, независимость при проведении сертификационной оценки. Получение данного сертификата является одной из самых востребованных услуг в Европе и мире. Потребители продукции во всем мире испытывают особое доверие к продукции, которая была проведена такой известной организацией, как TÜV. Это результат высокого профессионализма всего коллектива группы компании UST, созданной инженером Юницким. Ну, тут часть я добавил от себя, часть я взял с пресс-релиза, который был выставлен у нас на сайте, поэтому вы можете еще раз ознакомиться, посмотреть. Но далее, я все-таки такое набрал. Что же такое вообще сертификаты TÜV? Да? Значит, вообще сертификация, это вот я нашел это на российском сайте, и вам тоже прочитаю. Позволяет не только подтвердить безопасность своих товаров, но и оценить возможные проблемы производственного процесса. В результате чего данная сертификация помогает улучшить менеджмент и процесс производства. Значит, положительные моменты для производителей. Значит, предприятие получает доверие со стороны имеющихся и будущих партнеров. Ну, тут написано, как в России, но я вообще во всем мире. Да? Дальше. Серьезно снижаются производственные затраты. Третье. Увеличивается число и география потребителей. Улучшаются возможности по реализации товаров по всему миру и привлечение инвестиционных средств. То есть вот поймите, что есть такая организация, да, которая выдает данные сертификаты. И, в общем-то, весь большой бизнес и, в общем-то, люди, которые в этом разбираются, они понимают, что абы кому такие вещи не дают. Это как золотая медаль, можно сказать, на Олимпиаде. Понимаете? Поэтому я вас поздравляю, потому что это, наверное, одно из самых значимых событий еще в преддверии действительно вот Экспо, потому что вот все вот эти вот люди, инвесторы, там, будущие там, значит, потребители, то есть или заказчики вот этого вот нашего, значит, Skyway, они будут именно вот обращать, для них это будет очень важный знак показания того, что это компания действительно очень серьезна, и продукция ее на максимально серьезна и, самое главное, безопасна, защищена, и все возможности для ее продвижения теперь сняты. Поэтому еще раз, сертификация комплекса инженерных технологических решений Юскай позволяет снять главное ограничение в принятии решений по заказу ключевых наземных транспортах и инфраструктурных проектов, существующих в настоящее время. Соблюдение мировых требований к надежности, безопасности, долговечности прорывного транспорта, инфраструктуры, технологии нового поколения. Это препятствие было устранено. Поэтому десятки перспективных проектов в десятках странах мира вскоре станут реальностью.
И это подтвердит слова создателя технологии Sky в своем первом видеообращении к инвесторам. Мы создаем самый крупный бизнес в истории цивилизации. Вот такие вот, в общем-то, вот после вот этого, скажем так, репортажа с моей стороны, да, можно было все остальное и опустить. Но с другой стороны, я сделал эту новость number one, да, вот, и поэтому вы, дорогие мои, если захотите еще раз посмотреть, посмотрите, да, тут есть фотографии, вот, но самое главное, что действительно, наверное, это одно из самых важных событий, несмотря на то, что у нас было очень много репортажей в СМИ, да, у нас, снимало телевидение, в Дубае приезжали, в общем-то, с разных стран, и Южная Корея, и Япония, и Франция, и Америка, вы знаете, вот, и губернаторы со Сколково посоветовали поехать им именно в Дубай, и они оказались именно вот в нашем там центре, вот, но, понимаете, все это, в общем-то, было сделано, да, это интересно, но как продвигать бизнес, если такие были ограничения? Сейчас эти ограничения сняты, поэтому я вас еще раз поздравляю, вот, всех людей, которые неравнодушны, я знаю, что кто-то еще там среди родственников, среди знакомых сомневается, и, в общем-то, да, это может не поехать, это все, теперь уже можно сказать, что все будет продвигаться, все будет масштабироваться, все будет развиваться. И, в общем-то, мы с вами теперь стоим уже на старте уже вот продвижения этого транспорта по всему миру. Поздравляю вас. Ну и сразу хочу сказать, что действительно финансовый аудит компании прошла, потому что я знаю, занимаюсь вот продвижением продукции, продвижением данной компании среди людей. Я знаю, что иногда спрашивали, а почему нет аудита за тот год, за этот и так далее. Но, в общем-то, сейчас этот аудит пройден. Действительно, все документы представлены. У нас на сайте они представлены. Там есть PDF-файл, где можно просмотреть, почитать. Я, конечно, не финансист, чтобы дословно все там посмотреть. Может быть, нам потом Алексей Нумович где-то поможет. Вот. Но там все сказано, и я могу только процитировать, что действительно компания, разработчик, компания Skyway Unitsky String Technologies, вот, регулярно показывает результаты с экономической деятельности в формате независимого аудиторского заключения, чтобы продемонстрировать открытость своей работе. И сегодня мы публикуем аудиторское заключение по результатам работы компании в 2020 году. Представлена документация UST достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение компании на всех ее этапах развития в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Тут тоже мы, как белорусы с вами, должны тоже поаплодировать и сказать: все супер, все отлично, мы развиваемся, аудит пройден, сертификат получен, поэтому, в общем-то, вперед из песни к новым рубежам. Да, это замечательные все события. Вот я вам сейчас покажу небольшой здесь, значит, отрывок, да, то есть два буквально, вот тут Надежда Косарева, росписью, и, в общем-то, представитель вот этой вот аудиторской компании, шеф, да, вот все здесь, скажем так, представлено в тысячах, вот USD, и тысячи, и тут вот у нас вот все представлено, поэтому если у нас Алексей, я его просил, сможет нам немножко объяснить по вот этой аудиторской части, или может у нас есть бухгалтеры, которые, ну, в общем-то, я вам суть сказал, что все пройдено, все подписано, и за 2020 год никаких сложностей нету, только все, в общем-то, все положительно, все, все хорошо. Ну, вот так могу сказать, да, дальше в дебри не полезу, что если еще будут вопросы, я, скажем так, вам могу только вам посоветовать посмотреть самим вот этот вот документ. Ну что, теперь можно немножко выдохнуть. И вот теперь, в общем-то, действительно могу сказать, что, опять-таки, к нам приезжает очень много именно в Эмираты. Видите, действительно, вот это вот, как Анатолий Эдуардович Фингей говорит, что Юницкий Анатолий Эдуардович, значит, на латинице получается УАЕ, это вот получается объединённо United Arab Emirates, да, то есть тоже соответствует вот эти вот три буквы, имя и фамилия, и отчество соответствует именно
аббревиатуре Арабских Эмиратов. Да? И вот там действительно так получается, что в Беларусь ездили люди, но это было не так, скажем так, то есть было много всегда, но, в общем-то, вот сюда, в Дубай, в Шарджу ездит и ездит и ездит. И вот последним приездом именно была вот статья «Приехали южнокорейцы». Я тоже, она большая, поэтому я вам просто ее проинформирую. Там тоже есть у меня такой переводчик. Я нашел эту статью, она есть, и, в общем-то, перевел. Поэтому вам будет, может, интересно. Вот, и я решил вам тоже ее зачитать. Значит, в июне прошлого года в Шарже, как пишется в статье, входящий в состав Арабских Эмиратов, был проведен специальный эксперимент. Это был эксперимент, в ходе которого беспилотный электромобиль проехал 400 метров. Белорусская компания Yuskai Transport назвала свой поезд Yuskai Pod. Термин капсулы знакома с iPod или AirPods от Apple и, кажется, тесно связана с музыкой. Но на самом деле словарное значение означает обтекаемое пространство под фюзеляжем самолета для загрузки топлива и оборудования. Ну вот, так вы знаете, что это название больше, скажем так, в Эмиратах появилось, и вот так вот оно, в общем-то, теперь трактуется, что действительно это такое вот обтекаемое пространство под фюзеляжем самолета, поэтому наш транспорт уже сравнивают именно вот с самолетом, да, то есть с летающим средством таким. Значит, Yuskai Pod тут... Почему? Ну, выскочило так, это они, ну, там, переводчик так. Это необычный поезд, как метро, который мы обычно видим. Станции построены на земле и перемещаются по воздуху, соединяя станцию со станцией стальным тросом. Это что-то вроде канатной дороги. Да, у нас в нашем кабинете было, скажем так, сказано, что, конечно, они нас сравнили с канатной дорогой, но я сейчас поясню, как там они дальше пишут. Однако она отличается от тихоходной канатной дороги, которую в основном устанавливают в высокогорных туристических зонах. По словам разработчика, Yuskai Transport может передвигаться со скоростью 150 км в час и перевозить 10 тысяч пассажиров в час, если станции будут построены по всему городу. То есть они сделали, да, она похожа, но вот она не похожа. То есть они так делают. Вот такой репортаж. Ну вот я вам специально сделал фотографию, то есть показываю фотографию канатной дороги. Действительно, может быть, сразу как-то посмотреть и так далее. Но вы знаете, самое главное отличие – это то, что канат в канатной дороге движется сам по себе, а к нему уже привязаны строго на определенном расстоянии, там приварены, прикручены со всеми это самое, вот эти вот кабинки. И, как правило, кабинки, то есть не как правило, а одна канатная дорога, а один вид кабинок, да, он может быть закрытый, может быть в виде лавочек, может быть там для двух человек, может быть для вот таких кабинки, как для четырех человек и так далее. Но это строго, и, в общем-то, вы помните такие ситуации. Если там где-то кто-то застрял, то все остальные кабинки, они повисают, просто висят, вот, в общем-то, пока, я не знаю, не запустят канаты и так далее. И, в общем-то, это все, нет такой возможности этим кабинкам собраться вместе, там, выгрузить людей и так далее. В общем-то, это все проблематично. Ну, вот, что пишут южнокорейцы. Yuskai Transport также может перемещать грузы, 48-тонные грузы с максимальной скоростью 90 км в час. Хотя, вы знаете, у нас даже заявлено скорости 120-130 км в час, именно вот Юниконты. В интервью CNN Business исследователь Стефани Хайт объяснила, канатная дорога всегда движется с одинаковым размером и одинаковой скоростью. Но Yuskai Pod может перемещаться на меньшие или большие расстояния с использованием поездов разных размеров. Действительно, у нас разные... Ну, они называют поезда, разные действительно модели. Вы знаете, там может быть и Юнивинт, может быть Юнибас, может быть Юникар, Юнифлэш, вот этот Юнилет, как мы называем, да. Поэтому здесь и то, как говорится, если у нас это вот тут полужесткая трасса, там, и, а если жесткая, там вообще, в общем-то, может и сверху, и снизу быть, и так далее. Вот. И, соответственно, модели все транспорта различные, как, в общем-то, как и на дорогах. Например, в случае центра города на короткой секции можно установить больше станций, а в случае пригородной зоны можно превратить более длинную секцию в станцию. Например, в центре города вы можете установить больше остановок на коротких участках, а в пригородах можете сделать более длинные участки. В общем-то, это они вот объясняют, да, что
действительно в городе это таким вот образом. Ну вот, действительно, выбирал фотографию. С чем связано? Тем, что в Шарже планируется сделать нашу дорогу. U-SkyPod планирует в этом году запустить 2,4 километра маршрут в Шарже. С этой целью в течение этого года он планирует подписать официальный контракт с Шарже. Причина, по которой Арабские Эмираты хотят предоставить высокоскоростную дорогу от западной технологической компании, мы имеется в виду, да, заключается в том, чтобы решить проблему серьезных пробок на дорогах. Должно быть, их пленило то, что летательный аппарат установить намного проще, видите, как нас называют, летательный аппарат, чем построить метро в пустыне. Ну и вот пробки, обратите внимание, что они, в общем-то, отличаются тем, что суперкары, да, вот просто вот действительно пробки, состоящие из суперкаров. Тут я даже сначала подумал, что это какая-то выставка. На самом деле, действительно, это вот открываешь, в общем-то, вот эти пробки в Дубае, и вот такую вот картинку наблюдаешь. Действительно, что не кар, то суперкар, да, спортивный. И вот, скажем так, это еще не самое страшное, потому что вы сами знаете, что расширяется, и очень много там действительно живет богатых людей, и само правительство поддерживает местных, и, в общем-то, машину там взять совершенно не проблема. Поэтому вот такие вот суперкары есть. Поэтому, конечно же, на таких суперкарах двигаться со скоростью там 30-40 километров, это вообще, наверное, очень-очень непросто. Ну, дальше Олег Зарецкий в этой же статье сказал, что значит, Земля полностью насыщена и заполнена выхлопными газами от транспорта, экологическими проблемами, и мы будем продвигаться вперед не только в Арабских Эмиратах, но и в других частях Ближнего Востока и Азии, таких как Индия, Пакистан, где население быстро растет. Уже много репортажей мы показывали с вами и про Индию, про Китай, где там трущобы и так далее. Поэтому, конечно же, это не может не быть замеченным. И вы знаете, вот страны МЕНА региона, которые мы смотрели с вами, 22 страны, которые действительно очень и очень заинтересованы в продвижении этого транспорта у себя. Вот сначала, конечно, поедет в Шарджа, в Дубае, вот потом, вы знаете, и Саудовская Аравия заинтересована, ну и так далее, все движется по накатанной. Поэтому Олег Зарецкий тоже говорит, что в 23-24 годах, в 23-24 годах мы уже будем активно развиваться во многих городах и странах. Ну и хочу сказать, что действительно, вот почему я этот слайд все-таки оставил, потому что в статье в этой еще рассказано о том, что действительно вот эпоха воздуха или неба — это не единственная история на Ближнем Востоке, в пустынной стране. Вот, и Hyundai Motor является пионером в области воздушной мобильности. Они приводят пример, что вот они, Hyundai Motor, да, еще предложил такой вот самолет, да, небольшой самолет, который сможет взлетать и приземляться вертикально в центре города. Представляете, в центре города вот такой самолет. Мы намерены инвестировать, вот тут обращу внимание, когда ставят Юницкому, что значит, в пику, что он, понимаешь, и так долго делает, и все. Здесь на самолет выделяется, инвестируют $1.5 миллиарда, выделяют, и еще неизвестно, будет он там, не будет, но $1.5 миллиарда. А когда мы говорим о том, что нам нужно собрать еще, допустим, 100 миллионов, чтобы запустить вот, закрыть 15-й этап и запустить Юнифлэш, Юнилет. Вот тут, ой, что вы так долго делаете? Так вот я говорю, насколько Юницкий, действительно, вот в своей книге он и пишет, что я привык экономить, и я привык добиваться результата минимальными вложениями, то есть своей головой, своими вот усилиями, да, именно додумать, потому что деньги, вот видите, тут на самолетик один, который не решит проблемы, естественно, потому что тут скорость, ну, не будет столько самолетов, даже если они будут взлетать вертикально и улетать быстро, но все равно столько невозможно сделать посадок и так далее. Тут действительно нужен другой транспорт. Ну, тут $1.5 миллиарда вот выделено, поэтому говорится о том, что да, чтобы помочь людям перемещаться по небу самого перегруженного мирового мегаполиса. И при этом вот приводит такой пример, что опять-таки в этой статье, что в фантастическом фильме «Пятый элемент», вы помните, был замечательный фильм такой, он и есть, в общем-то, Люка Бессона, да, были показаны автомобили, летающие в небе. Ну вот Мила Йовович, которая сыграла роль «Пятого элемента», помните, как она вот, она убежала из этой лаборатории, вот видите, тут такое вот перемещение, и вот она потом просто прыгает, чтобы спастись, да, и падает уже в кабину вот
крепкого орешка, да, как я называю, да, вот, то есть для меня, например, вот тут идешь иногда, и если, не дай бог, ты встал на велосипедную дорожку или там, где скутеры, и то, как говорится, опасно, сколько уже случаев, да, действительно, в общем-то, а здесь, если будут над головами летать вот такие вот и с вертикальным взлетом, и, в общем-то, наверное, это не самое лучшее, что можно предложить, поэтому я думаю, что все-таки система именно струнного транспорта, это наиболее безопасная система, действительно, вот такая вот картинка, просто хаос, я вам действительно сделал вот эти стоп-кадры, это просто хаос, и вы помните, как там убегали они потом от полиции, это катастрофа, поэтому я думаю, что, наверное, не стоит так стремиться уже в такое вот будущее. Да, какие-то могут быть транспорт какой-то летательный, но его должно быть очень мало, я не знаю, там, наверное, там сотые доли процента от другого транспорта. Вот. Но, в общем-то, в конце статьи задают журналисты такой вопрос. Почему бы нам не присмотреться к тому, какие отечественные и зарубежные компании пытаются проявить инициативу в области мобильности и какие инвесторы вкладывают деньги в эти компании. Поэтому мы с вами замечательные инвесторы, мы с вами вложили в самый лучший транспорт на данный момент, и я думаю, на ближайшее столетие. Вот. Поэтому аплодисменты нам и аплодисменты нашей компании Unitsky String Technologies. Вот такие вот обзор такой статьи, вот, который я вам показал. Спасибо за ваши аплодисменты. Дальше. Значит, не удержался я, в общем-то, в прошлый раз Алексей сказал, что вот, значит, есть такой, есть действительно монорельсы, и вот, и когда Алексей рассказал, что про нашу дорогу, что вот там мы говорим, что в автомобильных катастрофах 1,5 миллиона людей гибнет, это очень страшная цифра, потому что у меня папа разбился на машине, мне было 18 лет, и вы знаете, это все 1000%, да, то есть вот это все, поменялся мир и так далее, все это вот в мгновение ока не стало там, да, человека родного, вот. Поэтому 1,5 миллиона – это катастрофа, это просто катастрофа, сколько становится несчастных детей, я не знаю, там, жен, матерей, сестер, и, в общем-то, иногда и действительно и женщины гибнут, и все. В общем-то, у меня мама была тоже в машине, но волей случая она осталась жива, а папа вот сразу не стал. Вот такие вот страшные вещи. Вот. И когда Анатолий Эдуардович приводит пример, что это как допустим, как Боинг, как один Боинг, там, допустим, 347-й падает в день. Когда действительно что случается с самолетом, вот действительно, это катастрофа, и все передачи показывают, все новостные каналы показывают это. Но на самом деле, сколько гибнет на дорогах, это, в общем-то, в тысячи раз больше, потому что самолетом гибнут 800 человек в год, да, ну так бывает, 2-3 катастрофы, да, вот, а в мобильном гибнет 1,5 миллиона. И вот как-то так Алексей, может быть, не специально, но он сказал, что, ну, может, человек 100 будет гибнуть вот так в год. И я тоже так опешил, думаю, ничего себе 100 человек, а чего это они должны гибнуть, почему? Вот, и я задал вопрос, и вот нашел вот этот монорельс, который мы знаем, Вупертальская подвесная дорога, да, на которой была моя сестричка Оля, ну, кстати, не нашел я этот кадр, как и уже не стал искать, в общем-то, ну, суть не в этом, суть в том, что это один из самых старых видов под вот этого вот подвесного транспорта, да, то есть вот этот второй уровень, о котором мы сейчас осваиваем, и вошел в эксплуатацию, внимание, 1 марта 1901 года, да, то есть это вот из Википедии. Значит, официальное название монорельсовая подвесная дорога системы Ойгена-Лангена является старейшим действующим подвесным монорельсом в мире. Вы представляете, вот уже 120 лет, можно сказать, юбилей, да, она действует. Я вам сейчас про нее все расскажу. Представляет собой монорельсовую двухколейную подвесную систему на эстакадах общей длиной 13,3 километра, из которых 10 километров путей проходят над руслом реки Вупер на высоте около 12 метров, остальные 3,3 над улицами города на высоте 8 метров.
в общем-то, очень похожие, да, вот эти вот составляющие. Один маршрут имеет 20 остановок, максимальная скорость поезда, я был удивлен, 60 км в час. Довольно-таки быстро. Каждый поезд имеет длину 2-4 метра, рассчитан на прием 178 пассажиров. 48 сидящих и 130 стоящих мест. Значит, билет стоит на такой поезд вот в Германии 2 евро 90 центов, довольно-таки нехило, да, по сравнению с нашими ценами, вот, но пользуется спросом, да, и в 2013 году, вот последние данные, которые были, пассажиропоток данной подвесной дороги составил 19,308 миллионов человек, представляете, довольно-таки много. Довольно-таки много, и я бы сказал, даже очень много. Почему? Потому что вот поезд пользуется спросом. Почему? Значит, поезда передвигаются не поперек вдоль реки, что делает поездку не похоже на прогулку на каком-нибудь пароходике. Поэтому монорельс стал для жителей города не только средством передвижения, но и развлечением. А туристам и говорить нечего. Многие едут специально, чтобы только прокатиться вот на этом поезде. Что интересно, монорельс старше самого города, который был образован в 29 году, в 1929 году, в рамках объединения нескольких более мелких городов, находившихся недалеко друг от друга. Сам монорельс и был построен для связки между этими населенными пунктами, и первыми станциями появились в Бармене, там Эльберфельде и Вохвинкеле. Вот. В период между 1897 и 1903 годами. Далее. Значит, собственно, постройка вот данного пути считается одной из главных причин их роста. Понимаете, вот действительно о чем говорят, что города стали строиться, потому что стало объединение. И вот свое название, значит, вот этот вот вырос вот на этом вот, между городами вырос еще город, вот, и получил он свое название от реки Вупер. Значит, ту же часть пути, которая проходит не над водой, вагоны проплывают над городскими улицами, дорогами, делает 20 остановок, разгоняет до 60 км в час, как я уже говорил. И поездка на этом монорельсе считается достаточно безопасной. За всю историю, вот тут с чего мы начали, в Вупертальской подвесной железной дороге было не так много аварий и лишь одна жертвами. Сейчас посмотрим, почему. Первое. Значит, в 17 году первый раз упал вагон из-за того, что один поезд неожиданно остановился, после чего второму составу пришлось резко тормозить. И вот после этого конструкцию немцы укрепили, да, поменяли там где-то, и вагоны стали устойчивыми. А второй раз, вот представьте, в 17 году была авария, притом в 17 году никто не погиб тогда, да? Вот было обрушение, но никто не погиб. А второй раз вагоны упали, можно сказать, уже в наши дни, в апреле 99 года, 1999 года. Там виной, секундочку, значит, там виной аварии стали рабочие, забывшие снять с рельса специальную металлическую клешню после проведения ночных работ. То есть, опять-таки, не сам вагончик был там нарушен, а велись работы, определенная клешня там была, значит, зацеплена, значит, соответственно, это сбило, сошел вагон из этого с рельс, и вот тогда действительно погибло 5 человек. И полсотни получили травм, потому что они, наверное, упали вот так. Вот это, кстати, фотография. Спасательные работы велись трое суток, движение по монорельсу прекратилось на 8 недель, и наказали потом, кстати, не рабочих, а тех, кто должен был проверять их работу. Да и то условно, так что, по сути, никого не наказали. Вот, хочу сказать, что за 120 лет, обратите внимание, по вине, в общем-то, рабочих, которые производили работы, случилось несчастье, погибло 5 человек за 120 лет. Понимаете? Вот что значит транспорт второго уровня, транспорт, который, конечно же, в свое время был вот построен, вы видите, там какие вот опоры, как все это сделано, но факт, и скорость, в общем-то, не маленькая, да, 60 км в час, но вот за 120 лет всего 5 человек. Был еще один случай интересный. Самое интересное происшествие, связанное со слоном, вернее, со слоненком, которого решили покатать на монорельсе для рекламы циркового шоу 21 июля 1950 года. Слон был молодой, но тяжелый. Вагоны, конечно, выдержали его вес. Но когда поезд тронулся, зверь со страху начал метаться, пробежал через весь вагон, пробил боковую стенку и выпал. Поезд ехал
в это время над рекой. Так что, по сути, если опустить стресс, слоненок просто искупался. Да, он упал в реку. Большой стресс, скорее всего, получили три человека, которых зверь сбил и которые оказались тоже в воде. Двое из них, кстати, были журналистами. И поэтому эта вот история, в общем-то, узнали, эту историю узнали во всем мире. Даже, видите, кадр словили, что слоненок выпадает вот из окна. Я даже очень удивлен, что такой кадр есть. Что бы вы ни думали, что слоник еще прожил 39 лет, в память об этом приключении получил свое имя, его назвали Туфи, что в переводе с итальянского означает «ныряльщик». Вот на Вупперской железной дороге этот случай увековечен. Место, где упал Туфи, теперь изображено изображение слоника на ближайшем здании. И дату события отмечает всем городом. Вот такой интересный случай. Далее, опять-таки, связано вот с этой замечательной подвесной дорогой. Исторически можно назвать также еще одно событие, дату которого в Вупертале также отмечают, которое является для этой дороги, это по-немецки, хорошей статьей дохода. Речь идет о посещении города императором Вильгельмом II и его супругой 24 октября 1900 года, за несколько месяцев до официального открытия. Оно состоялось, вы помните, 1 марта 1901 года, а это еще было за несколько месяцев до открытия. Они прокатились на монорельсе, проехав до Депперсберга, значит, от Депперсберга до Фохенкеля. Извините уже за название, для меня они, в общем-то, сложные. Для них был сделан специальный вагон, который сохранился до сих пор. Вот этот вагончик, кстати, представлен на фотографии. Вот, и он по-прежнему пользуется спросом, потому что здесь туристам предлагается прокатиться на нем в рамках специальной экскурсии. Также королевский вагон можно арендовать для проведения свадеб или других торжеств. Да и просто, если есть деньги, прокатиться в компании без лишних людей. Вот такие вот интересные, видите, в общем-то, вагон 120, то есть дорога живет 120 лет, такой вот королевский вагончик, все в таком стиле винтажном, да, и вот какие счастливые лица мы видим на этой фотографии. Опять-таки, смотрите, вагоны, допустим, идут старые, там, ну как, не вагоны, вот это то, что было, да, сам поезд меняется и, кстати, имеет официальное вот это название монорельсовая подвесная дорога Огейна Ленгена в честь немецкого инженера, который является автором всей этой системы. По его проекту похожий монорельс был построен еще в Дрездене, но гораздо позже. Его открыли в 1934 году. А вагоны, вот как я говорю, и вокзалы, видите, меняют. То есть то, что в 19 веке было, там уже мало что осталось, а вот полностью вокзалы новые. И при этом только три из них было построен в том же виде, что было изначально. Вот такой вот вокзал, как вы видите, практически очень современно. Современные материалы. И вот видите, так что все это обновляется, обновляется и в общем-то, имеет очень приличный вид. Но, опять-таки, забавный факт для концовки. Вот в Упперталь, точнее, вот в городе Бармен является родиной Фридриха Энгельса. Ну, помните, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Ленин, да, который родился здесь в 1820 году. Его отец был совладельцем местной текстильной фабрики. Вот. И кто знает, может, Фридрих Энгельс старший, оказывается, тоже его отец звали Фридрих Энгельс, был среди тех, кто выступал против строительства аналогичного монорельса. Вот тут опять-таки аналогия, почему я полностью привожу эту статью, чтобы вы понимали, что всем людям, продвинутым, прогрессивным, всегда приходится нелегко. Так вот, сама идея связать местные городки таким видом транспорта появилась еще в 1824 году. Тогда некий Фридрих Харфорд, владевший сталелитейным заводом, значит, построил прототип монорельса, небольшой участок пути. Вот я нашел такую картинку. Значит, монорельс должен был быть создан по проекту британского инженера по имени Генри Робинсон Палмер и предполагал, что висящие вагоны будут тянуть с помощью конной тяги. Вот как я вам уже ранее приводил пример, что и в России была такая дорога, да, то есть вот видите, подвесные вот эти вот вагончики, да, с углем, и тянет конь. Но, значит, да, конь предполагалось возить не людей, а уголь, хотя интересно, что сам автор тогда уже описывал варианты с погрузкой контейнеров с
любым содержимым. То есть настолько, вот видите, эти мысли, они, в общем-то, настолько пересекаются и с нашим транспортом. То есть и контейнеры, и люди тут, да, и вот подвесная дорога. Вот. Но местные власти отказались от идеи. Вот, в общем-то, вы понимаете, почему я смеюсь, потому что местным властям этого не нужно. Да, в том числе потому, что были, возможно, владельцы предприятий, которые не попадали под предложенный маршрут и так далее. И к идее монорельса, вот данного, про который я вам рассказывал, вернулись только в 1887 году, то бишь спустя 63 года, результатом чего и стала Вупертальская подвесная дорога. Вот такие вот дела. Так что 63 года там тоже ждали. Вот, но эта дорога, что очень радует, да, существует и по сей день, то есть практически 120 лет она уже существует, да, официально. Вот, как я вам и рассказал, пользуется спросом и у местных жителей, да, и у туристов. Вот, поэтому все-таки... Мир движется и, в общем-то, по спирали, да, так что мы вот приходим к тому, что это нашему транспорту быть. Ну что, вот я вам оттараторил вот эти вот новости и теперь возвращаюсь к Global Expo марафону. Значит, вы знаете, что будет у нас путешествие для людей, которые хотят там побывать, в общем-то, я думаю, все хотят побывать. Вот, но выставлены условия. Значит, вообще, значит, презентация струнных технологий пройдет в центре UST в Шарже 22 октября. Вот, я сейчас свою папочку вспомнил. У моего папочки было бы день рождения 22 октября, поэтому я тоже вижу в этом знак и, конечно же, намереваюсь там быть. Мое намерение очень велико. Значит, руководство Skyward Community предоставляет возможность самым активным местным партнерам посетить презентацию первым. Для этого нужно войти в число призеров, да. Вот. И чтобы сделать поездку еще насыщеннее, ярче, для лучших участников марафона будет организовано целое эксклюзивное путешествие Big Emirates Tour. Вот. Поэтому, ну что там включено? Там посещение Всемирной выставки, да, Expo 2020. Это посещение, экскурсия по центру UST в Шарже. Закрытая встреча с профессиональными партнерами СВК, присутствие на выступлении автора струнных технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого и многое другое. В общем-то, очень планируется быть насыщенная программа. Вот, для этого вот такой вот, значит, станьте победителем марафона. Я вот сегодня поймал такую цифру специально для своего вебинара. Видите, до окончания марафона осталось 7 дней, 7 часов, 7 минут, 7 секунд. И, кстати, место осталось тоже 106, это тоже в сумме дает семерку, поэтому вот такой вот ловите от меня такой счастливый номер, вот, всем, кто сегодня присутствует, вот, и становитесь победителями данного марафона. Ну, и хочу привести пример, потому что вот тут моя сестричка посредине, вот, вот уже три человека, которые одни из самых первых победили, это вот Кристиан Вандер Вивер, его, конечно, все знают, вот, и вот его слова, что бы ни говорил Анатолий Юницкий, это всегда связано с прогрессом. Я думаю, на своем выступлении он подробно расскажет о завершении 15-го этапа, а также о проектах в Шарже и других странах. Наталья Серохвостова. Вот, она была Иванова, но сейчас у них получила на паспорт вот испанский, и у них ты должен перейти на свою девичью фамилию. В общем-то, по матери ты должен называться, а не по мужу. Вот у них такие условия, ей пришлось поменять фамилию вот в 50 с лишним лет. Вот. Я испытал огромную радость от удовлетворения и удовлетворения от достижения такого результата. Я еще раз убедилась, что мы получаем от жизни то, что заслуживаем. Ничего так просто не случается. Никогда не сдавайтесь, не пускайте руки. Идите к своей цели и боритесь до последней минуты, несмотря ни на что. Если у меня все получилось, то и у вас получится. В первую очередь я хочу видеть струнный транспорт и потрогать своими руками это чудо техники, творение Анатолия Юницкого. Я хочу сказать, что Наташа, она очень хотела приехать в Минск, но у них тогда в Испании их не выпускали никуда ничего. Вообще большая работа была проведена... вот Алексеем Наумовичем, потому что он мне помогал, Наташа, рассказать вот
суть. В общем-то, Таша ни разу не видела ни транспорт, она ни разу не встречалась с Анатолием Эдуардовичем Юницким, она вообще не понимает, что это такое. Но вот это вот ее желание разобраться, в общем-то, да, она использовала только те материалы, которые мы ей высылали, благодаря вот большим возможностям, то, что она стала участвовать в программе «Ледокол», это очень здорово помогло. Вот она и пишет, что, что она хочет, познакомиться вживую со всеми, кто поддерживает этот проект, с первых дней развития. Также с представителями других делегаций стран, которые будут присутствовать на Big Emirates Tour. И вот про нее пишут: Наталья с командой работает вместе всего год, однако уже сама она выиграла, и двое ее партнеров стали призерами тоже золотого уровня, еще двое серебряных. Наташ, сестричка, поздравляю тебя. Вот, встретимся, увидимся, поцелуемся. Вот, и повидаешь ты этот транспорт и, в общем-то, познакомишься с Анатолием Эдуардовичем лично. Вот, и очень тоже активная женщина, вот Патила Измаилова тоже, она вот тоже почувствовала глубоко, она... У него 6 вроде бы партнеров, которые вместе с ней едут, тоже умничка такая, команду такую сделала. Почувствовал глубокое удовлетворение от работы, проделанной мной и моей командой. Радость и восторг за наш проект, который движется к своему удачному завершению. Но я хочу сказать, он движется в завершение только как, вот, как этапы 15-е, а так вообще он только начинает развиваться, поэтому нам, конечно, нужны такие вот люди, которые сегодня тоже с нами присутствуют все. Я думаю, что мы, конечно же, поможем этому проекту масштабироваться, что сейчас архиважно. Вот. Ну и напоминаю, что 3 уровня, да, бронзовый, сильвер, вот видите, осталось место, потому что серебряный уровень будет отдельно, там будет, в общем-то, на протяжении вот и февраля, и марта там будут команды ездить, так что еще вот аж 191 место. В сильвер уровне есть, вот, и в голд уровне, вот я говорю, что 6 мест еще, несмотря на то, что, в общем-то, продлили еще на 2 недели, да, действительно, это такой сложный, может быть, уровень, вот, и здесь вы знаете, что надо, чтобы была личная и командная, вот, первая линия $20,000, чтобы было с 1 сентября 2020 года по 15 сентября 2021 года. В общем-то, личные там должны быть не меньше 1000. И за вот этот период летний, да, и до 15 сентября надо пригласить 4 человек с минимальной рассрочкой в $100 в месяц. Вот. Но я верю, что те люди, которые хотят быть, которые понимают, что это архиважно, они там будут. Поэтому желаю удачи тем людям, которые действительно это хотят, хотят победить. Вот. И также скажу, что интересная вот эта вот голограмма. Я тоже, кстати, когда она только вышла, я очень хотел, но понимал, что очень сложно. И сначала вот струсил, да, не пошел на это. А сестричка моя, Леша Нумович, показали пример, что надо двигаться, надо... Вот, и как только они включили второй раз, вот, я тут же сразу вот инвестировал, и вот сейчас мне уже осталось тут буквально 1-2 платежа, и, в общем-то, я тоже выплачу вот эту вот рассрочку. И вот сейчас включили в третий раз эту рассрочку, получается... До 15 сентября 23.55 можете сделать любое количество инвестиций по предложению Face on the Future и получить голограмму в личном кабинете и музее ЭТП в Мариной Горке. Да, вы помните, там можно выбрать, значит, любой вид транспорта, который у нас есть, ваша фотография, и вот такая вот голограмма будет светиться и, в общем-то, на века потомки. Поэтому обратите внимание, те, которые, люди, которые, может быть, пропустили этот момент, в общем-то, она случайно, вот я говорю, ее не планировали запускать, но, наверное, все-таки множество людей писали пожелание, чтобы вернуть вот этого Face on the Future, поэтому давайте, лица будущего, белорусы обязательно должны там быть. Вот, так что призываю вас тоже обратить внимание и инвестировать в этот замечательный вот проект, в этот замечательный такой вот, в такую в голограмму. Вот. Ну и те люди, которые все-таки думают еще ехать, не ехать, да, действительно, коронавирус пугает, там что-то еще пугает, цены на билеты пугают, ну, в общем-то,
как сказал Иван Бунин, что человека делают счастливыми три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать. В данном случае, вот смотрите, интересная работа и возможность путешествовать, и любовь, конечно, это делается все с любовью, да, вот. Оно, можно сказать, что просто вот сюда зашло, вот, и вот сюда, здесь поселилось. Поэтому очень здорово, что мы можем заниматься любимым делом, путешествовать и любить. И помните, иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем 10 лет жизни дома. Вот такие слова. Спасибо вам большое. Вот. Да, что здесь мне... Спасибо большое за слова. Хорошие. Да. Вот такие дела. Так что отвечу с удовольствием на вопросы. Если что нужно, Лёш, ты с нами, присоединяйся тоже. Вот. Да, я здесь. Ну, все очень... Сейчас камеру отрегулирую. Интересно, вот, и познавательно, как всегда. Ну и хороший последний слайд, почти как тост. Вот, поэтому, да. Кстати, да. In vino veritas, in aqua sanitas, пью водичку за здоровье. Ну, истину мы вместе отметим. Ну, все отлично. У меня только вот вопрос так по ходу возник. Интересно, кто там строил Вупертальскую дорогу? Ну, финансировал, имеется в виду. То есть это государственные какие-то были или это частные инвесторы? Вот, и как там потом? Ну, там же вот приводился пример, что власти были против, поэтому я думаю, что это все-таки власти, так как решили соединить, ну, можно пересмотреть, да, кстати, хороший вопрос, да, вот, и пересмотреть, были ли частные инвестиции привлечены, вот, но я думаю, частные могли быть инвестиции привлечены, потому что, видишь, там сказано, что сначала те люди, которых... Те предприниматели, которых не касалась эта дорога, они, в общем-то, были против, да. А те, которых касалось, вот, допустим, стали литейные, значит, там был предприниматель, который занимался, да, значит, он как бы был заинтересован. Поэтому, наверное, там был симбиоз такой, но, конечно, до краудинвестинга не дошло. Я так думаю, все-таки там участвовал более крупный бизнес, если он и участвовал. Вот такие дела. Ну, ясно. Ну, не знаю, там вопросы пишут, не пишут. Да. Давай посмотрим. Вот вопросы. Пока не пишут. Очень интересно. Да, на самом деле было очень интересно, как всегда познавательно. Вот поэтому, ну, прям вебинар можно давать, смотреть. Много хороших новых фактов. Вот. Ну и новостей тоже много. Да, и отдельно, конечно. Да. Новостей очень много, да. Раньше как-то мы радовались вот этим статьям, которые и репортажи, которые были в СМИ выходили, да, а теперь действительно такие репортажи, которые, то есть не такие новости, которые действительно говорят о том, что у компании все замечательно, все хорошо, и, в общем-то, такой хороший старт для масштабирования, для уже для выхода в жизнь, как говорится. Да, вот, из нашей песочницы. Уже из рук, вот. И, большой, да. Да, да, да. Ну, все, так, наверное, что, такие дела. Спасибо, ребята, спасибо всем слушателям, да, за добрые слова, спасибо за вопрос, Леш, спасибо тоже, вот, спасибо за присутствие, очень приятно. Все, вот. Да, до новых встреч. Так что, по средам. До новых встреч. Вот, всем пока-пока. Спасибо за участие, за внимание.